Хей, йо, народ, на связи Флоди, и это Буни ДПС на Зимней провинции. Так, сажусь, ребят, собственно, я в Ешку, на которой мы сегодня будем ловить преступников, хасанщиков, в принципе, как обычно. Также, ребят, не забывайте, скачать провинцию можно по моей ссылке в описании, но и после установки провинции заходите на третий сервер, потому что я играю только лишь тут. Ну и после регистрации там заходите в меню, реферальная система, и вводите мой сюда промокод, вот, Литрой. И с помощью него ты получишь скидку на третьем уровне. А также вот спасибо уже вот этим вот людям, 199 человек, вам огромный респект. Спасибо, то, что вы ввели мой промокод. Ну и также вот столько человек получило бонус. Все, давайте что ли будем начинать Буни ДПС. А мне, кстати, звук пропал, надо будет походу сейчас перезаходить. Ух, я только что прям очень мега быстро перезашел на провинцию, потому что, чтобы вот хасанщики здесь остались, я вот уже вижу здесь X5, ты ЗАЗ, ну, за ЗАЗом мы не поедем, потому что штрафа всего лишь 11 тысяч, у нас лишение, как вы знаете, с 20 тысяч. ИЖ-21-251 комби, это у нас Матвей Марисанзе, находится вот где-то в Невском, ГАЗ-31-10, который только что пропал из виду. А, уже появился, я понял. Но по факту Люфенберг находится вот как бы поближе ко мне, поэтому давайте что ли за ним поедем. Сейчас едем за вот этим вот газом 31-10, он находится у нас в Приволжске, но потом, собственно, если у нас там будет в файнесе какой-то X5, либо же Ешка, то можно будет поехать уже за ними, потому что мне в комментарии писали очень много раз, то что, мол, почему ты не ездишь за Ешками, за X5-ми, ну, то есть, вот, сегодня, может быть, даже поеду за ними, посмотрим. Если, конечно, это будут какие-то ОПГшники, то я за ними не буду ехать, потому что те, кто сидят на моих стримах, те знают, что они просто меня расстреляют, там, как минимум, их едет 3 человека, либо двое, поэтому, ну, за ними я не хочу, если честно, ехать, поэтому просто сейчас справляемся за газом 31-10. Ну и также, ребята, я поздравляю всех с наступившим, либо же с наступающим Новым годом, не знаю, когда эта серия Буни ДПС выйдет, и этот Ришард Люфендерг пропал из виду, но мы все равно сейчас поедем на то место, там, где он последний раз был, возле участка, и там уже, собственно, будем его что ли ловить, может быть, он просто вышел с машины своей, сейчас уже сядет, короче, мы его словим, будет погоня, прям лютая месиво, хасанчик прям вообще лютый. Да, что-то мне кажется, но он у нас не появится. Что-то мне так кажется. Но есть Матвей Арисанза, он, кстати, стоит у нас. Наверное, даже едет у нас он. Но он где-то возле трамвайного депо, в принципе, можно отправиться за ним, потому что мне как раз чисто тупо прямо. А этот чел, я думаю, ну, потом попозже появится, конечно. Вот он летит, ё-моё. Еще фары у него там какие-то, не, ну, даже не дернул он, он просто покинул сервер. Не, ну, если честно, то это плохо, то что он взял просто тупо, блин, покинул сервер. А, ладно, в принципе, пускай я на него ЖБ залью все-таки, потому что, ну, покидать сервер это такое себе, поэтому, ну, чел, если ты сможешь это видео, тебе просто бан будет, вот и все, потому что ты покинул сервер. Вот, кстати, это пролетел только что Коллинз на Авентадоре. А, за ним это уже гонят. Ну ладно, если 3 патрульки. Расход, поехали. Но если за ним уже 4 там, либо сколько, ну, 4, можно сказать, патрульки, то, в принципе, можно поехать. Быстрый, капец. А, он возвращается. Кинул ему пред. Заезжает сейчас в Невский. Блин, жалко то, что рации нету. А вот он. У него уже тачка практически в тотале, лол. Бля, серьезно, он уехал сейчас опять. Что-то он как-то затупил, остановился там что-то, и мы сейчас за ним дальше едем спокойно. Смотрите, что делать, смотрите, ребят, смотрите. Ой-ой-ой, а что он меня подрезал-то так по пингу жестко прям? Блин. Ты че, бля? Пофиг, расход, пофиг. Блин, мы его сейчас теряем, этого чела на ламбе, лол. Блин, ну капец, чисто. Если бы я один за ним ехал, то я бы его точно не догнал. Вот серьезно, тут так, 3 патрульки. Нет! Нет! А чё, он пропал из виду, да? Он пропал из виду. А где он? Стоп. А, он в лес, что ли, убежал? Это что вообще там за ОПГшник сидел такой, который, я не знаю, блин, не смог на Метадоре уйти от, блин, патруля, которые вообще не едут. Он ливнул, пишет. Да, ну, блин, ливнул так ливнул, в принципе. Что мы тогда будем еще делать? Вообще, типа, по штрафам сейчас никого нету, поэтому я сейчас поеду починюсь, заправлюсь и, в принципе, будем дальше продолжать наши Буни ДПС. Но погоня за Авентадором была прям очень лютая. Опа, X6 появился. Там X6 появился в этом. 50 тысяч штрафов.
Все, поехали сейчас за X6. Пропал из виду, блин. Ля, может он походу... А, он пошел на трамвай работать. О, здрасте. Ознакомьтесь с моим удостоверением. Все, хорошо, гражданин, можно ваши документы увидеть? А также это ваше авто? Ну, документы, проверка на наличие штрафов, федерального розыска. Хорошо, давайте тогда пройдем к вашему авто. Так, номера. Ага, ну сейчас пробьем его. Давайте документы свои. Владелец машины Кирилл Дугар. Тоже Кирилл Дугар, 50 тысяч штрафов. Ну, блин. Получается, это у нас лишение? 2 года согласно статье 4.2 КУАП РП. Собственно, вы были лишены водительского удостоверения согласно статье 4.2 КУАП РП. У вас были неоплачены штрафы на сумму 50 тысяч рублей. Также, почему меня обманывали, то что у вас нет авто, то что это не ваше авто тут стояло. Это же вы бы владелец X6. Все, забирайте свои документы и можете быть свободны. Так, короче, сейчас мы едем за ОПГшниками, там какой-то рейд. Написали в рацию. Также вот этот Артём Фаст меня попросил передать привет Андрею Сверлову, поэтому передаю ему привет. Но мы, собственно, едем сейчас в базе УВД Приволжска, а там уже будем ехать за ОПГшниками. Хасан Скалета, вон сзади нас. Поехали за ним. Хасан. Хасан, вот это? Yes. Хасар. Б. Он разложился! А все, у него тачка практически втотали. Так, и чё? Капец, он летит! Там ещё за него дэшики разложились. Ну, это дефолт. Ой, а я не хотел. Ой, не хотел. О, перестрелка, что ли? Блин, Лукец, один. Скорее всего. А, вот всё. Так, ну всех... Хорошие. Ой, что-то там, мне кажется, сейчас будет прям лютая тулева. Хотя их двое только. Куда? Поляков. О, они в летом. Да заводи же ты. Блин, у ВДшника вообще минус тачка, типа. Они с пушкой. Нормально, челы ПГ-шат как бы. Минус один. Сзади ОПГ, сзади ОПГ, скорее всего. А, нам жопа. Ой, что-то мне кажется, будет лютая тулева. Тут еще вот к нему подъехала. Две машины даже, я не знаю, кто это там, правда, сидит, ну ладно. Стреляют, стреляют, стреляют. Вот, вот, вот. В кабане, в кабане. А, все, они тут. Нас, все, нам жопа, короче. Хотя... Так-то можем отстреляться, так. Все, минус один. Сколько же их тут бежит, блин. Вы что, гоните? Что их так много? Бежим, 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 их много. Их прям очень много. Сколько их, этих ОПГшников? Дай сяду, дайте сесть, гражданин. Садитесь. Кто сможет? Садитесь. Везите. Давай, вези меня отсюда. Ричард, садись. Ричард, быстрее садись. Все, их уже не спасти, к сожалению. Садись. Фух, спасибо тебе огромное. Давай, вези нас просто отсюда. Просто от души этому Янгу Дмизу. Давай, давай, тикай, тикай, тикай. Их там много слишком. Где просто куда? Вали отсюда. Тебя сейчас там расстреляют, твой 535-го, да и все. Но осуждаю такие вот действия, когда сзади сидит сотрудник ГИБДД. А че, за кем едете? Вот. А. Что? Вот это вот Савелий Берингтон? X5? Да, да, да. А, поехали, поехали. Ну, сидите остальные тут, чтобы потом... А. О, садись, 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 садись. Да, 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 поехали. Едь, едь, едь уже, давай, давай. За X6, ой, за X5, который сейчас прямо там без номеров в рамках. Ай-яй-яй-яй-яй. А там 250 нету еще? Подожди, надо там, пишется то, что надо, короче, рядом с ним ехать, а, и нет. Там уже понял. О! Нет, 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 нет. Нормально там щела откинули. Ну, уже на решение на конгресс. Ну вот. Ну что это? Так, дальше давайте, собственно, поедем за Шевроле Лачетти. Он у нас находится в Приволжске. Больше никого особо нету, поэтому поехали за вот этим вот Колобановым. Он находится где-то у нас на вокзале Привы. Все, поехали за ним. А вот, кстати, он и стоит у нас на вокзале, как мы видим. 2 минуты в АФК. Чувак! Чувак! Зиновий! Зиновий! Зиновий Колобанов! Блин, не получается вот таким способом разбудить. К сожалению. Вот, блин. Придется что, ждать, получается, пока он проснется, потому что, ну,
А кого тут еще искать? А дальше, ну, блин, здесь никого больше нету в Антеде, кроме вот этого вот как раз таки Колобанова. О, Липач, здорово. Здорово. Я тебе ручку пожму, братик. Ну, в принципе, я не ЧСВ. Как это же сам Флоди. Так, собственно, ребят, как видите, этот Зиновий, блин, я не знаю, как правильно его читать, имя, фамилия, ладно, фамилия я знаю. Короче, не просыпается, вот я вижу, там что-то у нас впереди, какая-то суета происходит, Ешка вот наша, Амир Слива. Липач, Сила. Липач, ой. Чё такое, чё, за ним погоня, что ли? Нет, просто у меня Поляков дурак, угнал машину с полным баком. Поляков момент. Галанте, без номера, поехали за ней. Она где-то в Приве, вот возле бушки. Поехали. Отправляем сейчас за Эндрю Галанте. Вы просили погони за такими вот нормальными тачками, поэтому едем сейчас за ним. Два экипажа. В принципе, сможем его, я думаю, на изи догнать. Да, Ешка 213. А, он замучен весь. Ну ладно, в принципе, пофиг. Едем. Что он делает, этот наш ВДшник с Мирки, блин? Так-то у него, я думаю, было уже по-любому 100-250+. А, нормально сотрудника подрезает. Челу по кайфу, то есть туда его лучшее просто. Лучшее туда. Угроза. По колесам. Стрите, стрите, ребят, что делает. Ранит. Давайте тоталим его. Тоталим по колесам. А, вот боже. Слился, чел, слился. Сразу же для тех умников сейчас скажу. Многие сейчас напишут, типа, за что вы его расстреляли? Вы чё, в городе? Мы его расстреляли за то, что он подрезал нашего сотрудника и нагло его протаранил. Поэтому не нужно писать комментарии, типа, он РПК, просто так расстреляли. Кто будет так писать? Блин, челы, я вам просто соболезную. Вот и все. Поэтому мы сейчас едем заправляться, уже починились и будем дальше за кем-то ехать. Есть какая-то цешка там, 6 миллионов штрафов, привет. Все, едем сейчас до цешкой. Такой мега отлов, чисто 4 патрульки. За ним уже погоня. Все, струнники нашли, наши его. Все, это уже отлично. 19 минут я ему кинул пред, получается в 24 можно будет уже применять спецманевры. Хотя, мне кажется, мы уже можем применять спецманевр, потому что он такую дорогу, боже, как я туплю. Такую фигню на дороге творит. Стоп, что, он дернул нет? Дефолт. Там есть, еще куча цешек есть, ешек, цешек, блин. Давай за Волкером. Волкер? Давай. Да. А, стоп, он пропал, что ли? Он пропал из виду, за кем? Вячеслав Гостов там есть. Окей. Какой-то Вячеслав, да. Поехали за ним на вокзал. А что это за суета, лол? Ой. Сейчас давайте вот такой есть. Вячеслав Гостов, вот он, да? Ой, я не хотел его таранить вообще. Сука, дура, таранишь, блин. Да, перевет. Я не хотел, если честно. Так, мы уже выезжаем за город, я думаю, он уже летит там 250 плюс или не больше. Это вертолет! Это что за самолетик был? Ой, вертолетик. Ну куда ж ты выезжаешь на встречку, блин? Куда вы на встречку едете? Вы кого чертом обозвали, не понял? Вас. Я не понял, это что у нас такое за хамство с сотрудником полиции? 16-3. Документ свои передаем. Нормально, типа, чел вылетел на встречку, еще говорит, что мы черты в погонах. Да, говори... вы собрались. На месте стоим? На месте. На месте стоим. 10 раз я, блядь, буду на месте стоять. На месте стоим. На месте. На месте. На месте стоим и никуда не двигаемся. Что? Мудак. Что, все? Ага. 16-3-1, держу в курсе. Так, гражданин, вы были задержаны? Да, выяснение. Да, а за что ты тебя наручники надел, мудил? Ну вот, до выяснения. А также за 2.1. Еще за 15.7 будет штраф в размере 50 тысяч, держу в курсе, за хамство, борзость при общении с сотрудником полиции. Ну, а также еще будете посажены за 16.1. И вот что бы кто там не говорил в комментариях, типа, так это ты виноват, типа, народ. Он сам вылетел на встречку, когда я ехал за преступником. В данный момент проводится процедура дактилоскопии, чтобы выяснить его личность, потому что он не дал нам свой паспорт, не сказал свою серию паспорта, поэтому мы сейчас ему проводим вот эту вот как раз таки процедуру. Собственно, он будет у нас задержан за 16.3.1 УК РП. Это у нас публичное там оскорбление сотрудника полиции до двух лет лишения свободы. А также им будет выписан штраф за 50 тысяч за 15.7 УК РП. Все, штраф им выписал в размере 50 тысяч рублей. Так, собственно, народ, мы только что посадили того человека, как видели, я выписал ему штраф в размере 50 тысяч, еще ему
как бы срок выдали на 2 года за 16.3.1 УК РП. А там Еван Скалета есть какой-то, поехали за ним на буш. Так, он выехал только что с Прива и едет в сторону Мирки, как я понимаю, этот Еван Скалета. А, вот он, летит прям, летит просто, смотрите, ребят, Еван Скалета. Опа, все, тормозим его. И у него, кстати, броник, это уже нарушение УК РП. На красный летит, ну то есть чел хасанит. Тормози. Просто. Ой-ой-ой, что за дрифт адский, опа. Что скалеты? Кажется, сейчас будет перестрелка, хотя нас так-то сколько, нас пятеро. Чисто парный дрифт, лол. А нет, не парный дрифт. Не, ну они 250 плюс по городу походу летят. Ну все, 250 есть. Точно, давай расстрел. Докладывает СБ, расстрел за 250. Автобус, блин. Ой-ой-ой, ой-ой, что за аппарат? Ё-моё, что они творят? Нормально такая серийка. Да выходишь ты. Жди. Так, гражданин, задержи, посетя 16.5 грамм, я бежим с ними полиции перед исполнением. Так, ну мы задержали его, собственно, сейчас мы отправляемся в отдел, а там уже будем заканчивать, что ли, потому что прям серийка получилась, я думаю, нормальной такой, длинной, как, в принципе, вы любите. Не, вам типа, вам типа в кайф, когда один человек в машине едет, вы сразу кидаетесь, так, чтобы по ГБ. Скажи, вам нормально, типа, на двух человек 9? Да без разницы, вам должно быть, сколько нас человек едет за вами. А когда вы начинаете перестрелки, когда вас там, я не знаю, человек 30, а нас всего лишь 110, нормально? Но мы же не жалуемся на это. И вы потом свои в спецсвязи постики. У, затулили кого-то там такого вот. Ой, затулили там кисляка или еще кого-то. Капец, мы такие крутые все. А когда вот вы вдвоем, вы начинаете типа, ой, а что это, ОПГ, типа, ой, блин, ПГ, типа, ой, извините, мы не хотим. Так вы клоуны, вы на одного человека вчетвером кидаетесь. Да, мы клоуны. Вы в спину забегаете на одного. Мы клоуны. Ага, да, конечно. Мы клоуны. Ну, 15-7. То есть, а, нет. Ну да, 15-7. Тебя там только короче. А, понимаю. Дефолт. Это база. Это дефолт. Так, ну что, ребята, в принципе, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Также я поздравляю всех с наступающим Новым годом. И также, как вы заметили, этот ролик выходит 31 декабря, поэтому я всех поздравляю с наступающим. Вот, надеюсь, вы провели как бы этот ролик с кайфом, то есть там брали себе что-то покушать, то есть там салатики, львешку, короче. Все, в принципе, всем удачи. Это последний ролик, кстати, в этом году. Все, всем удачи и до скорых встреч. Еще увидимся.